Привет-привет! Сегодня я покажу вам вот такую корзиночку. Как вы думаете, где я эту корзиночку взяла? Ну, естественно, я ее не сделала сама. Мне ее подарили. Вообще, в принципе, я видела в интернете очень много поделок. Плетение из газеты. Посмотрите, это все журнальные газетные. Вот, трубочки, и из них плетение. Ну, посмотрите, как красиво сделана эта корзиночка. То есть белая бумага, скорее всего, офисная, сплетена с журнальной бумагой. То есть все в меру. Значит, основание белое, потом цветное, опять белое, цветное. И закончила мастерица, посмотрите, белым. Очень плотная, прям плотная-приплотная корзиночка. Вот, я никогда не научусь делать такие корзиночки и вообще изделия из трубочек газетных. Но, может быть, в этом видео сделаю несколько подборок, и они вас вдохновят для творчества. Но вот данная корзиночка, посмотрите, очень вписывается в мой интерьер. Даже можно убрать вот эти ленточки. Вот, она будет и без ленточек хорошо смотреться, но с ленточками, смотрите, более оригинальный. Вот. Так что вот такой подарочек. Ленточки привязаны, то есть их можно развязать и убрать. Вот. Давайте сделаем это так. Вот.